Так, ну вот еще, ребята, такой товар заказал, смотрите, называется напильник для цепной пилы. Напильники, короче, вот, ребят, смотрите, напрямую с AliExpress. Упаковка, короче, не важнецкая, конечно, если наша почта России плохо везла, то она будет поломана, да? Что-то такие все потрепанные. Ну ладно, это не так уж и важно, лишь бы были целые. Упаковочки 6 штук. К размер получается так, размер 5.32. Вот видите, 200 на 4.0 миллиметров. 5.32. Так. Ну вот наш штиль 180. Вот они хорошо подходят. Наш штиль 180. Как бы от него идут. Так, здесь прокладочки, все такое. Так, 6 штук. Все целое. Не знаю. Боюсь даже. Они не гнутся, ребят. А я боюсь, вдруг сломается. Но на вид сделаны хорошо. Так же, как и у нас продаются, только у нас они стоят где-то порядка там 80, 90, 100 рублей где-то так. А эти 50 рублей. Намного дешевле. Половину дешевле, как бы, вот они. Так что, ребята, будем пробовать. Да, все цело. Все целое. Вот еще 6 штук. Как бы комплект 12 штук там идет. Цена у них там что-то небольшая цена. Район где-то 500 рублей, что-то, по-моему, что-то там, не помню. Но будем пробовать, все везде, вон клеймо есть. Так. Вот здесь даже написано, видите, вот идут. Но не на всех почему-то. На этом нету, на этом есть надпись. Вот. Так, тут тоже. Здесь вроде есть на всех. На двух. На двух нет, и они выглядят как-то потемнее маленько, как будто от остальных отличаются. Так. А, здесь есть. Здесь есть. Плохо видно. Вот на этом нету. Так, ребят, ну короче, очень хорошие напильнички. На первый взгляд, по крайней мере, попробую. Потом дополню отзыв там, как они точат. Ну, так считаю, хорошие. Ссылочка будет в описании. Так что, кому нужно, заказывайте. Цена дешевле, чем есть на самом деле. Ну, как сказать, всем удачи, пока.